Всем привет, друзья, с вами Арм. После эпической второй части 73 серии у всех остался самый главный вопрос после просмотра. И этот вопрос касается камермена Титана и спикермена Титана. Ведь нам Дефубум так и не показал нормально, что стало с Титанами в итоге. Но по косвенным доказательствам я смог разобраться в этом вопросе. И поэтому сегодня я расскажу, умер ли камермен Титан и что стало с спикерменом Титаном. Сегодня вы также узнаете очень крутую деталь, о которой мало кто говорит. Но когда я про эту деталь услышал, я понял, что надо это афишировать, чтобы зрители об этом знали, так как это поможет понять всему комьюнити, откуда Дефубум брал вдохновение для характеров своих персонажей. А это, в свою очередь, поможет нам легче предугадывать будущие события серии, что мы сегодня постараемся сделать. Кроме этого, я вам расскажу про 4 глаза Джимена, и если честно, при первом просмотре я думал, что это просто ошибка своей анимации, поэтому не стал на этом заострить свое внимание в анализе. Но увидев теорию моего подписчика, связанную с этими глазами, собственно говоря, я понял, что я, возможно, ошибался. Однако, так как я еще не уверен на 100%, есть ли у него запасные глаза или нет, я расскажу вам кое о чем, а вы уже сами решите, какая из вариантов более правдоподобнее. Как вы могли догадаться, в этом видео вы узнаете много новых крутых теорий, и вместе с этим еще и будете иметь представление о 74 серии. Поэтому обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь это очень мотивирует меня продолжать для вас искать крутую информацию во время того, пока мы ждем выход новых серий. Ну а теперь Давайте начнем с одного интересного наблюдения. Дело в том, что я решил пересмотреть все старые видео Дефубум. А как вы знаете, он раньше, кроме разных анимаций, связанных с GTA и Half-Life, также снимал про трансформеров. И сначала я не придал этому сильного значения, но все-таки решил ради интереса вспомнить эту легендарную франшизу и поэтому пересмотрел пару фильмов с трансформерами. А в процессе просмотра я очень сильно зациклился на той мысли, что Бамблби очень похож по характеру на Вантузмена из Капитулет. Вам может показаться, что это бред, но давайте напомню вам насколько они похожи. Во-первых, Бамблби и Вантузмен слабее чисто технически других бойцов, однако они оба очень храбры и идут до конца. Во-вторых, в первом фильме он, как и Вантузмен, продолжал воевать, несмотря на отсутствие ног. Дефубум сделал на эту отсылку в воспоминаниях Камервумен и в битве с ученым в 70-й серии. В-третьих, как вы помните, в мультфильме Бамблби победил Мегатрона. В нашем случае можно провести аналогию с Кибиди ученым. И это еще не все сходства с трансформерами. Я нашел аналогии не только с Бамблби и Матузменом, но и, например, с Оптимусом Праймом и Камерменом Титаном. Сгибайте пальцы. Он, как и Оптимус Прайм, такой же спокойный и рассудительный. И также они оба со всей ответственностью подходят к каждой миссии. Но при этом они добрые каждому своему собрату, вне зависимости от того, это агент или Титан. Плюс к этому, Камермен Титан, как и Оптимус, ведет себя так, как подобает лидеру. Кстати, я заметил, что некоторые зрители иногда его даже называют не Камермен Титан 2.0, а Камермен Титан Прайм. Это я, кстати, недавно узнал. Ну и напоследок, опять-таки, как вы могли догадаться, мы тут видим такое же дуо, как в фильме. Речь, конечно, идет о дуэте Камермена Титана и Вантузмена. Тоже, опять-таки, обычный агент и лидер вместе. Это дуо очень похоже. Я бы мог сейчас рассказать, откуда Дефубум воодушевился при создании там спикермена Титана или других многих персонажей, но думаю, вы суть и так поняли. Это в следующий раз я расскажу при надобности. Сейчас же, так как мы говорим про сюжет будущих серий с Капитулет, я бы сфокусировался именно на Вантузмене и Титане. Если вы смотрели последний фильм Трансформеров или даже просто его трейлер, то знаете, что там Бамблби якобы умирает. Но под конец фильма он, как ни в чем не бывало, эпично возвращается и всех убивает в финальной битве. Как я и говорил, Вантузмен рано или поздно вернется. Мы пока не знаем, в какой именно серии, но исходя из этого примера из фильма, очень вероятно, что это будет в момент какой-то глобальной битвы. Но тут, конечно, маленькая ремарка. Тот факт, что Дефубум сделал похожий характер персонажей, это не означает, что он все копирует в мельчайших деталях и ничего от себя не добавляет. Нет, это вовсе не так. Разница имеется, и поэтому теория, как этот, который сделан на основании аналогии с фильмами трансформеров, не стоит на 100% доверять. Ведь Дефубум вдохновляется не только с этого произведения, а из многих других. Например, из игры Half-Life. Но это уже тема для отдельного видео, так как с Half-Life аналогии даже еще больше. Кстати, про трансформеров хотел бы еще напомнить схожесть клинка Тимена Титана и клинка Оптимуса Прайма. Как вы могли заметить, они отличаются только цветом. Так что даже некоторые детали внешности своих персонажей он решил взять из этой франшизы. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что в теории, если в деталях изучить все, о чем интересуется Дефубум, то в принципе несложно будет с помощью аналогии сделать предположение о будущем.
будущем, ведь он очень любит отсылки. Но, к сожалению, я не очень силен в Half-Life и в некоторых других вещах, которые нужны для такого анализа. Однако, если вы захотите такое видео, где я вместо вас изучу все, что хоть как-то связано или похоже на Skipdy Toilet и сделаю глобальную аналогию, то давайте наберем много лайков под этим видео, ведь так я пойму, что вы бы хотели увидеть такой контент на моем канале. Еще, вам не кажется странным, что я до сих пор не рассказал вам про лучшую мобильную игру Grand Mobile? Я уверяю, даже камермены иногда заходят почилить и покататься на тачке в этой игре, ведь он представляет собой огромный город с большим количеством игроков, с которыми можно общаться по голосовому чату и взаимодействовать с ними, прямо как в реальной жизни. К слову, тут как и в жизни, ты можешь покупать тачки, дома, работать на любимой или нелюбимой работе, это уж ты сам выбираешь, а также Grand Mobile очень часто обновляется и улучшает механики самой игры. И это еще не все, у меня есть для вас особый подарок. По нашему промокоду SKIBIDI вы можете получить 3000 рублей, VIP-аккаунт на 7 дней и даже гели. Я сам иногда захожу туда и играю с подписчиками, так что очень советую скачать по ссылке в описании и играть вместе с нами. А теперь давайте перенесемся к главной теме этого видео и поговорим про титанов и что с ними стало. Хоть видео у нас называется «Сюжет 74 серии», но то, что я буду говорить, скорее всего мы увидим в дополнительной сцене 73 серии. Ведь Defugboom еще перед выходом второй части 73 серии говорил, что не успевает полностью доделать, поэтому покажет нам некоторые сцены full версии. Как несложно догадаться, скорее всего в одной из этих новых сцен мы увидим, как выглядит камермен и спикермен титан после того, как их пожарил Джимен своими лазерами. На эту тему у зрителей поделились мнения на два лагеря, и все из-за реакции Тимона Титана. Самое популярное мнение, которое я встречал в моем телеграм-канале, это то, что раз Тимон Титан телепортировался сразу после того, как Джимен снова убежал, а не остался с титанами или не помог им телепортироваться в базу, то это значит, они живы и смогут сами себе помочь. Но по моему мнению и по мнению второй половины зрителей, есть и другой возможный вариант развития событий. ТВ-мены, как вы знаете, отличаются от других рас своей тактичностью и меньшим количеством эмоциональности. Например, мы много раз видели, когда они покидали поле боя без агента. Для примера, можете вспомнить 56-ю серию, когда ТВ-мен просто ушел посередине миссии, скорее всего, по более важным делам. Так что быстрый телепорт ТВ-мена Титана нельзя рассматривать как доказательство тому, что Титаны точно живы. Он очень сильно одержим идеей убийства. Биджимена, и после стольких раз, когда этого у него не получилось, он не мог терять ни секунды, и поэтому сразу телепортировался. Также я не исключаю тот вариант, что убит только один титан, а второй титан донесет его до базы, чтобы постараться оживить и улучшить до версии 3.0. А обсуждения и слухи вообще о смерти спикермена и камермена титана уже были и на момент 66 серии, если вы помните. Тогда мы увидели эту фотографию, и там, как и во второй части 73 серии, тоже присутствует секретный агент, так как перед фотографией было его лицо, а на заднем фоне был заметен свет от его зеленого телепорта. И это меня привело к интересной мысли. Я вам уже говорил, что Defugboom делает сериал таким образом, чтобы с каждой новой серии объяснять нам старые детали с предыдущих серий. Это явление называется чеховским ружьем, как вы знаете. И вот этим принципом драматургии он очень любит пользоваться, так что в ближайшее время он сам скорее всего объяснит и расскажет, что это за фотография была. Конечно, у зрителей есть очень много теорий по поводу этого, но достоверная 100% информация у нас не имеется. И раз он снова вернулся к теме спикермена и камермена Титана и специально не показывает их, чтобы держать интригу, чтобы мы сами догадались, что с ними случилось, думаю, это первый намек на то, что в скором времени он раскроет тот старый секрет, который является ярким примером использования чеховского ружья. Как говорится, нет дыма без огня. И как мне кажется, все эти опасения о смерти титанов имеют маленькую долю вероятности сбыться. Но лично по моему мнению, это будет не скоро, по крайней мере точно не в следующей 74 серии. Хотя с другой стороны, я напомню, что 74 серия будет очень важен для сериала в плане сюжета. И все потому, что слишком часто Defugboom говорит в последнее время, что мы не готовы к тому, что приближается. Если смерть каких-то культовых персонажей, в принципе, это уже не в новинку, мы такое уже видели в 70-й серии, то что касается сюжетного раскрытия, как это было в начале 73 серии, это более вероятно ожидать в этом самом 74-м. А теперь давайте поговорим про 4 глаза Джимена. Кто не знает, в этом моменте можно было заметить, что у Джимена есть дополнительные глаза. В моем телеграм-канале один из моих подписчиков рассказал, что возможно в самом конце Джимен поменял левый глаз на свой дополнительный, ведь цвет глаза поменялся из зеленого в белый.
силой. Однако, по моему мнению, это просто ошибка анимации в программе SFM. Но точно мы не знаем, это было сделано специально или случайно. Так что жду ваше мнение в комментариях или в телеграм-канале, ссылка в описании. Также советую посмотреть мои другие видео, друзья мои, если вы еще не смотрели. А на этом все, друзья. Пока-пока.